В ближайшую субботу, 27 января, в деревне Земляничной Фурманского района во всем известном местечке Ельница в 59-й раз пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам «Фурмановская лыжня-2024». Это настоящий праздник здоровья и спорта, который подарит самые яркие, незабываемые впечатления. В лыжной гонке ежегодно принимают участие несколько сотен спортсменов из разных городов и регионов России. Нижний Новгород, Иваново, Ярославль, Тутаев, Кострома, Владимир, Рыбинск, Нерехта, Вичуга, Кинешма, Южа, Шуя, Комсомольск, Мольск, Наволоки, Родники, Тейково и Фурманов. Соревнования проводятся как среди младших возрастных групп, так и среди ветеранов в возрасте 50 лет и старше, дистанции от 3 до 30 километров. Хотела бы вас в эти выходные пригласить на соревнования, которые будут у нас здесь в Земляничном. Будет спортивный праздник, всех вас ждем, будет весело. Приходите с друзьями, всей семьей, поддержите всех спортсменов-любителей. Также будет здесь программа для деток хорошая, развлекательная, всякие мастер-классы. Будет очень интересно. Всех ждем. Если спросить у любого фурмановца, с чем ассоциируется у него зима, он обязательно ответит, что в том числе и с фурмановской лыжней. Это масштабное зимнее мероприятие не требует огласки, потому что его любят и знают далеко за пределами Фурманского района. Это событие – прекрасная возможность собраться вместе, поддержать наших спортсменов и насладиться зимним праздником. Дорогие друзья и жители города Фурманово, хотелось бы вас всех пригласить в будущие выходные, это 27 января, местечко Земляничный. Всем известная вами Ельница. Там состоится замечательное спортивное мероприятие. Можно так сказать, день города Фурманов в зимнем варианте. Это ежегодная традиционная фурмановская лыжная гонка. Приедет масса известных и не очень спортсменов. Будет очень весело, будет очень энергично. Я сам лично буду принимать участие в этих соревнованиях. Обязательно приду туда со всей своей семьей. Ну и, конечно же, мы все, спортсмены города Фурманово, будем очень рады видеть вас, болельщиков, которые будут нас поддерживать на трассе, болеть за нас и примут участие в этом замечательном мероприятии. В этом году я занимался подготовкой лыжной трассы для фурманской лыжни. Хочу сказать, что трасса, как всегда, у нас замечательная. Масса спусков, масса подъемов, что ценят как любители лыжного спорта, так и профессионалы. Приглашаем всех принять участие в этом замечательном празднике «Фурманская лыжня». Я уверен, что всем любителям лыжного спорта понравится этот праздник. Всем здоровья и спортивного настроения. На протяжении 59 лет в лыжной гонке участвуют профессионалы и любители, взрослые и дети. Не упустите возможность поучаствовать в этом захватывающем событии. Помимо самой эстафеты, жителей ждет яркая культурная развлекательная программа. Ярмарка мастеров, историческая реконструкция, постановочные бои, стрельба из лука. Впервые пройдет конкурс «Барин-самовар», а также традиционные катания на собачьей упряжке и хаски-банане, флешмоб, огненное шоу, дегустация традиционной кухни, щей и каши, ну и, конечно, торжественное награждение спортсменов-победителей. В этом году, как и в прошлом, у нас проходит обновленный формат данной гонки. В прошлом году он собрал огромное количество участников Центрального федерального округа. Принимали участие около 500 спортсменов. Но также и у нас были различные жители из Ивановской, Ярославской, Костромской, Владимирской областей, которые просто приняли участие в самом мероприятии, в развлекательной программе. 27 января ждем вас всех, желающих, на нашу традиционную лыжную гонку, где вы сможете принять участие как в самой спортивной программе, так и в развлекательной. Каждый человек, каждым увлечением сможет найти для себя свой интерес для развлечения. Для вас будет организовано горячее питание, теплые палатки, развлекательные программы, различные катания, эстафеты, программы развлекательные, культурные. Все, что пожелает ваша душа. Поэтому ждем вас. В 10:40 состоится торжественное открытие на главной сцене стартовой поляны, где у нас примут участие наши творческие коллективы Центрального дворца культуры, а также различные игровые программы, ростовые куклы. Ждем вас на праздник спорта всей семьей. Приглашаем всех наших земляков и гостей города на главную гонку Фурманова – самое масштабное зимнее мероприятие года. Ждем вас 27 января в деревне Земляничной. Приходите с семьями, приглашайте своих друзей и знакомых. Будем рады видеть всех. Подробности можно узнать на сайте визитки по ссылке moyfurmanov.rf.